В Самаре пройдет турнир по баскетболу 3x3 «Самара Опен» памяти заслуженного тренера России Юрия Павловича Тюленева, пишет телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Грандиозный спортивный праздник состоится на площади Куйбышева в субботу 27 августа. Для участников организуют 17 площадок. Будут разыграны призы в 14 категориях. Все матчи пройдут под энергичную музыку самарских диджеев. В программе шоу летающих баскетболистов, конкурсы для болельщиков, а также традиционный матч открытия, в котором примут участие известные спортсмены, политики и бизнесмены. Что делать, если с карты украли деньги, рассказывают в телеграм-канале администрации Самарского района. Во-первых, заблокировать карту через мобильное приложение, личный кабинет или в отделении банка. Во-вторых, в течение суток написать в банке заявление о несогласии с операцией. В-третьих, обратиться в полицию. Чтобы обезопасить свои средства, никому не называйте пароли и трехзначный код на обороте. Полным ходом идут работы по благоустройству двора по адресу улица Парижской коммуны, дом 23, Красноглинское шоссе, дом 1-24 в рамках проекта «Комфортная городская среда», пишет в телеграм-канале администрации Красноглинского района. Готовы к асфальтированию подъездные пути, парковочные карманы и тротуарные дорожки. На детской площадке идет установка малых архитектурных форм. В телеграм-канале администрации Кировского района сообщается, что продолжается прием заявок на участие в областной общественной акции «Народное признание». Акция проводится по 6 номинациям и в 3 этапа. Муниципальный проходит до 15 октября, отборочный с 15 по 30 октября и третий финальный с 15 ноября по 10 декабря. Заявки на участие принимаются до 31 августа в администрации Кировского района городского округа на проспекте Кирова 155А, кабинет 31А. We'll be right back.